Приветствую всех на своем канале. В этом видео я покажу, как приготовить два вида натурального бальзама для губ. Готовить будем шоколадный и натуральный бальзам. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, что нам понадобится для бальзама? 1 столовая ложка масла ши, 1 столовая ложка пчелиного воска, 2 столовые ложки миндального масла, 4-5 капель витамина Е, 1 чайная ложка натурального какао-порошка. Также нам понадобится баночка для хранения бальзама. Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 15-граммовые баночки и емкость, устойчивая к нагреванию. Итак, помещаем в емкость воск, масло ши и миндальное масло. Берем кастрюлю с небольшим количеством воды и ставим туда нашу емкость. Растапливаем масла с воском на очень медленном огне. Как только масло ши и воск растворились, снимаем с огня, добавляем витамин Е и разливаем по баночкам. Я заполняю две баночки. Это у нас получается натуральный бальзам. И теперь в оставшуюся смесь добавляю какао-порошок. Хорошо перемешиваю деревянной палочкой и сразу выливаю содержимое в другие два контейнера. Это у нас получается шоколадный бальзам для губ. Оставляем для полного застывания. Вот наш бальзам и готов. Такой натуральный бальзам не только увлажняет кожу губ, придает губам мягкость, упругость, но и также защищает и лечит мелкие трещинки. Его очень приятно наносить на губы. И такой бальзам можно даже сделать детям, потому что в его составе только натуральные ингредиенты. А как обрадуются подруги, если вы преподнесете в подарок такой замечательный лечебный бальзам, сделанный своими руками. Спасибо вам за просмотр и желаю вам красоты и здоровья!